Привет, дорогие друзья, это... Шо, сын? Иди сюда. Будешь помогать? Да? Ну иди сюда. Маши ручкой, всем здоровайся. Привет. Это Мини-Пека, всем здрасте. Мини-Пека. Дорогие друзья, всем здравствуйте. Это новый выпуск по Brawl Stars. А? Хомячки, да. Новый выпуск по Brawl Stars. Я нахожусь на аккаунте без доната. И, друзья, сегодня я открою еще один сундук на пути к славе. Это... Ты что делаешь? Ты зачем нажал? Ну-ну-ну. Ну-ну-ну так делать. Нельзя так делать, сынок. Капец, я... Один сундук... Капец, у меня же было 87, нет? Блин, короче, Данил открыл уже один сундук, а я хочу открыть вот этот, потому что я уверен, что в этом сундуке есть что-то, кто-то. Данечка, не надо больше открывать, пожалуйста, хорошо? Будь панькой. Я сейчас его открою, ребята, и мне кажется, что с этого сундука кто-то выпадет. Хотя, блин, мы только что открыли один обычный ящик, и ничего оттуда не выпало. Но я в пути славе всегда собираю все награды на видос, и этот сундук не исключение. Прошу вас, пожалуйста, просьба, поддержите. Вам же не сложно просто поставить лайк и подписаться, нет? Вот сделайте, пожалуйста, вот два простых действия. Подписались и поставили лайк. И я надеюсь, что что-то дропнется. Ребятки, давайте, рекламная пауза. Да, иди к маме. Мама, забери, пожалуйста. Сыночка, я сейчас открою сундук и подойду. Ребятки, рекламная пауза. И я открываю один ящик. Готовы? Поехали. Друзья, спонсор без доната, на котором я выбиваю новых бойцов вообще без единого рубля. То есть не трачу вообще сюда 0 копеек. Вот, и у меня уже 11 бойцов из 27, причем, посмотрите, сколько уже на 500 кубков. Я нафармил 85 боксов и 7 бигбоксов. Скоро будет выпуск по открытию, тогда, когда я нафармлю здесь 100 боксов. Осталось 15 штук, и это случится вот-вот уже на днях. Поэтому обязательно подписывайтесь и не пропустите этот выпуск. Ну что, ребята, этот момент настал. Ну я вообще каждый сундук открываю и в надежде, что что-то выпадет. Готовы? Пожалуйста, поддержите. Давай. Просто, ну что за облом такой? Что за облом такой, блин? Жесть. Давайте прокачаем Бо. Хоть у меня Бо уже скоро на 500 кубков. Короче, следующий большой ящик, а потом мега ящик. Ну вот тут точно будет лего, ребята. Тут вы меня не обманете однозначно. Хоть поставил лайк, хоть не поставил. Холдик однозначно выбьет лего. Ну что ж, погнали тогда апать Бо на 500 трофеев. Я думаю, что... Блин, вот эти 100 сундуков открывать... Что, Данечка? Ты хочешь опять ко мне? А ну, смотри, что он есть. Ты же все равно не будешь сидеть у меня на руках. Блин, на мини-пека очень эпично открыл один сундук. Такой бам, я думал, он большой ящик открыл. Видели, как зарешал второй уровень? Так, мне не нравится. Зашибись, настроил свет. Все как надо. Так, ладно, ничего. Сейчас затащим, минус 3 кубка. Поехали, надо 420 трофеев поднять. Блин, немножечко обидно. Немножечко обидно, что ничего не дропнулось. Ну, с другой стороны, обычный маленький ящик. Шанс небольшой. Иди отсюда вон. Пошел отсюда вон. Иди отсюда вон. Сказал, иди отсюда вон. Мудак. Вообще, на мой ящик, блин... Захотел ящик мой. Друзья, выпуск с открытием будет на днях. Я вас очень прошу прийти поддержать, потому что я эти задачки копил впервые, наверное, без доната. Всегда какие-то бусты я использовал, либо билетики покупал, либо там... Либо просто открывал за гемы сундуки. Бля, что он хочет от меня? Ну, что ты от меня хочешь? А? Ты полудурок. Иди отсюда. Вот, а эти 100 сундуков, я вообще, ну, просто вот все, что я заработал в поединках, все вот это честно. Поэтому мне очень важно открыть эти сундуки вот так вот символично, чтобы вы все посмотрели. И, конечно же, не без дропа хочется уйти. Хочется эпик какой-то выбить минимум.
мало ли там мифик, не дай бог Легу. Ну, то есть это будет очень эпично. Мне интересно, что мне дропнется за такой короткий промежуток времени. Вот. Мне осталось апнуть Динамайка, Пока и Барли на 500 кубков. И, в принципе... Так, сейчас мы, короче, этого босса завалим, да? Хоть у него и 6 банок, да? Он помощнее нас, но все равно мы его завалим, наверное. Так. Давайте берем, наверное, один этот... баночку с пивом и идем наверх. Бля. Ты чё? Всю малину мне испортил. Пшел отсюда. Кабан. Я хотел босса завалить, блин. Слушайте, ну... Как он пробрался через мины? А-а-а-а-а-а-а-а. Так, подбираем еще одну банку. Есть. Так. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. 500 хп. Он сам сдох. Так, здесь кинем мины. Берем. 8 банок у быка, но мы, я думаю, справимся. Справимся. Ес, топ-1. Найс, просто. Плюс 10 кубков. Отлично, надо взять 420 сейчас. Дима Соловьев. Поехали. А, кстати, кто еще не в моем клубе, ребятки, вступайте. Значит, холдик академ. Вот, внимание, ты шо? Вот хэштег. Прием 14к. 3 места. Кто хочет быть в моем клане, залетайте. Поехали дальше. Поехали дальше. Сегодня, возможно, я проапаю бо на 500. Да? Да. А может и не проапаю. Не знаю, посмотрим, короче. О, если бы центр вот это весь забрать. Потом там, кстати, у меня уже тик на пути к славе, да. Тоже, блин. Ну, я тикать так не хочу апать вообще. Я его последним хочу прокачать. Ну, так впадло на нем играть. Это разве что дуо где-то. Не, наоборот, в трио, где вообще минимальные от меня нужны какие-то действия, чтобы я просто сидел и побеждал. Вот и все, вот так вот хочу. Блин, ну уйди! Что ты за примат такой? О, сдох, отлично. Эй! Каждая ракета, блин, там, я не знаю, поскольку она наносит. Так, стой. Стоять. Стоять бояться. Блин, ну опасно, опасно. Ладно, постоим тут. Надо топ-1 брать, потому что, ну, не годится никуда вот эти... А-а-а, все. Сука. Никуда не годится вот эти топ-5, топ-4. Надо топ-1. По-другому никак, потому что, ну, блин, вот это позориться с такими этими играми, это... Так. Ну, я хотя бы уже второй уровень, хоть немножечко больше урона. А то с первым прям, ну, вообще прям... Нудно. Так. Одни ближники, сука. Кстати, вообще Пайпер нету на этих кубках. Хотя это самый сильный перс на этой карте, блин. Так. Дебилы берут этих булов, Шелли. Не, ну Шелли еще ладно. Шелли это классика. Ну булов, блин, на этой карте просто ну дынище. Кто там, кто там, кто там? Надо забирать, надо забирать. Yes. Ну ладно, оставлю это. Давай так попробуем отыграть. Давай. Ха-ха-ха-ха. Ай, придурок, видел же, что я выбросил там мины. Ой, придурок. Ну вот, булы придурки. В основном. Так. И как мне его ее затащить? Почему она не попала на еще одну мину? А, все, топ-2. Ну, топ-2, кстати, нормально. Там 2 кубка разницы. Ну, кстати, предыдущая катка и это равняется как топ-1. Ладно, давайте 400 плюс сделаю. В принципе, 420, 400 плюс. Разницы сейчас нет, и все равно не 500 кубков. Ну, а дальше в следующем ролике я уже проапаюсь. Окей. Блин, только проснулся. Я думаю, вы видите это по моему состоянию. Немножечко такое
как бы сказать, это подзаебанный, наверное, да? Извините за маты. Чуть другого слова не подобралось. Сорян. А вообще, я думаю, что у всех состояние с утра такое. Хотя сейчас далеко не утро, 10. Хотя 10 утра это еще. Так, ладно, закидываем в центр бомбы. Залетаем. Иди сюда. Блять, как вы бесите, когда вы убегаете. Я бегу за тобой, а он от меня. Так, ладно, пойду в центр. 8 бойцов. Давайте, если я не топ-1. Буду играть, пока не возьму топ-1. Давайте. Блин. А вдруг я не возьму топ-1 и буду играть в вечность? А, не, бред какой-то. Конечно, возьму. А, ну? Шо? Шо, под коктейлем не бессмертная, да? Так. О! Иди сюда. Извините, со спецэффектами просто круче играть. Да я топ-1 хотел взять. Там же, кстати, было все к тому, что топ-1. Давай еще одну катку. Даня хомяков кормит, смотрите. А ну покажи, как ты кормишь Бонни и Клайда. Покажи. Угу. Будут сыты хомяки. И больше рифму я не придумал. Эй, сейчас клетка упадет. Аккуратно. Аккуратно. Блин, ну, воробушек в конце. Ну, поднасрал игру так неплохо, да? А ну. Давай, давай. Я знал, что ты ультанешь. Я знал, что ты ультанешь. Ты просто предсказуемый. Так, так, так. Блин, мне не нравится эта позиция. Надо уходить. Мне не нравится эта позиция. Я так не возьму никогда в жизни топ-1. Никогда. Это не случится. Ладно. Все, вот это последняя катка топ-1. Ну просто по-другому не быть не должно. Просто быть не должно никак. Кто досмотрел до этого момента? Давайте вы напишите слово. А какое? Давайте слово я сейчас придумаю. Посмотрим, сколько людей досмотрело до этого момента. Ага, угу, окей. Так, а давайте слово... Как? Какое слово, блин? Данечка, не надо так делать! У меня же микрофон отдачи идет. Не надо, нельзя. Нельзя, сынок. Ну нельзя. 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 Ну-ну-ну. Нельзя. И берет же специально, делает как будто... Нельзя! О, напишите слово «нельзя». Хе-хе-хе. Так, где? Что тут происходит? Почему я один бегаю? Че никого нету? Что за апокалипсис? Выходите, трусы. А-а-а! Серьезно? Да я возьму топ-1. О, как раз. Вот как раз уже точно брать топ-1, чтобы 420 кубков. 100%. Фух. Es fangs pomalente. Да ну почему ты без... Какая злость на быков. Задушил бы. Ходит, отбирает у всех добычу. Ты ее заработал, эту добычу. Ты на нее хоть что-то сделал, кроме того, чтобы просто подойти. Убежать. Моя цель убежать.
Ну все, теперь моя цель убить. Моя цель убить. Сюда. Сюда подошел. Ладно. Да блин. Ну и шо, ну тут у тебя... Да ты гля, тупо на фарте ушел, падла, так еще и коктейль забрал. Ну что, будем забирать тебя. Пришло твое время, Валера. О! Да ладно, блин. Он придурок, он мог выжить, но он сдохнет. Да? Да, последняя стрела залетела в него. Просто вонзил ему прямо в сердце. Нет! Ни в коем случае не брать. Я должен взять топ-1. Слушайте, а вот... Видите, как все сложилось? Прям четенько под 420 кубков у меня игра под... Не, ну придурок, смотрите. Ну придурок вообще, ну отбитый. Ля, ну просто... Падла. Он не взорвался на... Что, подойдешь? Ля, конченое. Конченое существо. Просто как таким можно родиться? Вы видите, как все сложилось, что я не хотела по 420, да? Я, короче, думал, да ладно, сейчас возьму топ-1 и все. Но в итоге все случилось так, что мне прям топ-1 надо взять было как раз, чтобы ровно было 420. Прям, ну прям для нового ранга, вы видите? Перфекционистам привет. Окей. Ну что ж. У меня уже почти 4000 кубков. Сегодня, надеюсь, проапаю. И получу вот этого бравлера нового. Тика. Ибо, в принципе, тоже осталось не так много. Не так мало. Подписывайтесь, друзья, на канал. Скоро открытие сундуков. Спасибо, кто досмотрел до конца ролик. Желаю всем удачи. И пускай вам... Желаю вам, короче, чтобы... А что пожелать вам? Ну, удачи я вам всегда желаю, да? Здоровья всегда желаю. Выпадение легендарок всегда желаю, да? Ладно. Я думаю, что это будет актуально. Ставь лайк, если не хочешь, чтобы лето заканчивалось. Желаю вам вечное лето. Всем до новых встреч. Скоро увидимся. Пока, друзья. А где переход? А где переход? Переход.